Два дня ели хабаровчане мороженое и съели 12 тонн. Впервые в городе состоялся фестиваль летнего десерта. Несмотря на дождь, попробовать мороженое на набережную пришли тысячи хабаровчан. Ну и как иначе, ведь его бесплатно раздавал волшебник. За этим действом наблюдала Александра Теплякова. Сейчас на футбольное поле приземлился вертолет с долгожданным волшебником, который будет раздавать то самое мороженое, ради которого все пришли. Здравствуйте, здравствуйте, хорошие сладкие! Сейчас мечта с детства сбудется, и я подойду к настоящему волшебнику. А вы настоящий волшебник? Конечно! Хочешь, сейчас что-нибудь придумаю? Все у тебя получится. А мороженое на всех сегодня хватит? На всех и даже останется. Если кто-то любит чуть побольше, пожалуйста, мои звезды, то мороженого можно будет даже две порции взять. Сим Салаби! Ахалай, Ахалай! Добрый волшебник Пламбир Сандо! Пока, Хабаров! Волшебник у нас современный, поэтому и уезжает на кабриолете. Волшебник уже улетел, он дал старт, начало раздачи мороженого. Мы сейчас попробуем пройти через это скопление людей и увидеть, где же все-таки раздают мороженое. Попробовать мороженое выстроились несколько тысяч хабаровчан, но, несмотря на это, очередь движется довольно-таки быстро. Вы уже вот получили, вижу, мороженое. Ваша детская мечта сбылась? Да. Всегда мечтал о волшебнике, который прилетит и подарит миллион мороженого. Тем более радостно, что с внуком пришел, и он смог его взять. Сбылась ваша мечта или ребенка? Обоих. Вкусное мороженое? Очень вкусное. А такое же, как в детстве? Да, напоминает вкус. Очень вкусное мороженое. Мы пробрались с самого начала очереди. Сейчас мы попробуем сами это замечательное мороженое. А мне еще на оператора. Получили мороженое. Пойдем пробовать. Очень вкусно. Ну, эскимо, обычное эскимо. А тебе как, Сережа? Очень вкусно. Фестиваль мороженого на набережной проводится впервые. Мы его задумали, потому что объемы производства мороженого потребления упали на 24% в 2017 году. Поэтому мы решили поддержать наших местных производителей. И нам это удалось, потому что на набережной за два дня побывало больше 200 тысяч жителей. Мы уверены, что после этого фестиваля наши жители будут покупать, в первую очередь, наше мороженое. На фестивале много палаток, где продают мороженое от наших производителей. Не только. Сейчас подойдем, посмотрим и попробуем. Это мороженое жареное. Китайское мороженое. Основа сливочная, печенька, шоколадка. Все это взбивается и на холодном замораживается. Делается натуральное мороженое. А у нас здесь мороженое двух видов. Одно с васаби, а второе со вкусом красного вина. Ну как, вы уже почувствовали легкое веселье? В пляс сейчас пойду. Вкусно. А можно нам попробовать? Давайте с васаби. Ну, на вкус как обычное мороженое. Да, кстати, привкус васаби есть. Да, вот сейчас я чувствую, наверное, надо больше его съесть, чтобы прям заперчило. Самый необычный у нас перцовый пломбир, чили с наполнением бекона, сырное, не просто сырное, с шоколадной крошкой, и черное, которое у нас уже закончилось. Это с чили? Да, и кусочками бекона. Как? На вкус? Но оно действительно с чили. Экзотическое. Спасибо. Ну, перчит. Можешь водички? Не, нормально. Я справлюсь. Ну, ветчина, кстати, правда чувствуется. Мороженого на фестивале было очень много, на любой вкус. Сегодня тот день, когда все взрослые могли позабыть о подсчете калорий. В том числе Александра Теплякова, Сергей Демьяненко. Большой город Лайф.